нельзя лгать. Ты тебя никто мог не входить. Или пришел и сказал, я не могу, простите, я ухожу. Нет. Вот тебе 10, а еще 10 себе оставил. Поясните, пожалуйста, является ли грех накопительства смертельным в сфере истории Анании и Сапфиры, которая описана в Деяниях апостольских? Дело вот в чем, что уже было принято решение в древней, в этой христианской общине, решение, в котором вот все мы согласились, что вот ты можешь добровольно войти в эту общину, можешь не входить. Но в эту общину входили все те, кто сказали, все, продаем свое имущество, отдаем распорядителям, и они помогают всем нуждающимся в нашей общине. Добровольно входите. Кто не желает, ну, мало ли труд, ну, не могу я. Помните, как тот молодой человек, который подошел к Христу и сказал, как мне достичь Царства Божьего и спастись? И Христос сказал ему, исполни заповедь. Он говорит, исполнил, перечисляет ему, ветхозаветные. Он говорит, ну, а теперь, если хочешь быть совершенным, то, пожалуйста, продай свое имение и иди ко мне. Тот, ой, нет. Христос не осудил его, потому что это его добровольный выбор. Можешь сделать, можешь не сделать. В данном случае что произошло? Анания и Сапфира сказали, да, 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 мы все входим в эту общину, все. И помните, что сделали. Пришел к Петру Анания и вот принес. Петр говорит, ты за столько продал, да? Да. И сказал, что ты делаешь? Тебя что, насильно заставляли, что это? Разве ты не сам согласился в этом, чтобы быть именно таковым? И поскольку сила нарушения своей совести в каждом человеке своя, мы никогда совне не можем судить, то в данном случае произошло вот то, о чем мы читаем в Деяниях апостолов. И он, и она тут же скончались, нарушив чего? Закон, закон совести. Так апостол прямо сказал, что вы противитесь даже Духу Святому, ибо Дух Святой – Дух истины. Вот, оказывается, в чем дело. Вот произошла причина, что произошло с ними. Нельзя лгать. Ты тебя никто мог не входить. Или пришел и сказал, я не могу, простите, я ухожу. Нет. Вот тебе 10, а еще 10 себе оставил. Вот поэтому случилось такое. Пожалуйста, да.